что мне Басот звонил. Как он же тебе спрашивал? Сам Басот позвонил тебе? Да. Ну, вообще, я его перезвонил. Да ничего, он сам Басот. Он на себе не спиздил, да? Сам Басот. Как ЛДЖ тебя спросили? ЛДЖ... У тебя спросили ЛДЖ. Меня спросили, как ЛДЖ. И сейчас начнется, мне кажется... Не нравится ЛДЖ. Фу. Все, теперь это в записи будет. Гуф дизит ЛДЖ. Ну, раньше он был лучше. Дизит песни. Как вы думаете, каково будет развитие? Слышки? В Тольятти не знаю. Когда в Самару, ну, тогда и в Тольятти, наверное. Какой у меня любимый трек Мафона? Блюдце, тёлка вкинулся в спидов, что-то такое там. Нет, там, я люблю вообще треки Мафона. Люблю. Пишу строки на батл. Не так просто. Хорошо, что Мафон последний трек записывал лет 15 назад. Ну вот тот, который... Вот... И последний, не пожалуйста. Ну, скажем, это вообще великолепный трек. Как дела с Птахой? Как дела с Птахой? Научил я занят. Я едкий, как хлорка. Пацанам привет большой. Да, пацаны передают привет. Вот пацаны пьют пиво, сидят все. Вот это вот пивное ебло. Это тоже питерский дансхольщик. Ну, кипную кепку. Ну, еще пока не это, не пивное ебло. Не ладно, если не да ладно, я же... Я лимонад. You know. Со спиртом. Аспирин. Со спиртом, говорю, плохо все, как бы... Не Ставрополе вообще ничего, вообще никак не разобраться. Не знаю, кто такие. Вы какие-то имена спрашиваете. О, Варгас. Надо тоже такие смайлики послать тебе. Леха, медь рядом. Да, да, это я. Ну да. А что, ты можешь сам писать тоже что-то? А что, ты не знал? А что, не знал, что я? Можешь писать, если можно ответить. Ломерок. Ну, напиши что-то. Можно что-то написать? Давай попробуем. Оригинально. Номер моей карты донатит. Они тебе ее скорее сломают, блядь. Сломают. И выведут оттуда все. Ты в Тамбов приехал из Краснодара, да? Бля, вот это новость, бля. А мне что-то кто-то написал, я сейчас покажу. Выследили тебя такие. А, сейчас, сейчас. Вчера, типа, я из Ногинска, понял? Я в Тамбов приехал из Краснодара. Нет, он. Варгас? Нет, тот, кто пишет, типа, переехал из этого. Казахстан тоже вот, сова. Знаешь, ремонтом? Слышь, залил фотку вот из Ногинска, да, из гримерки. Давайте, Ставрополь, ждем сегодня всех. Завтра. Сегодня устали, КНАФ, ХОМ с крысой. Батл будет стопудово, вроде да. КНАФ будет. Ну, если ничего сверхъестественного не произойдет. Кто написал? Вроде да. Вот, крыса. Мне кажется, это крыса написал. Вообще не знаю, кто это написал. Омску, пацаны, привет. Завтра на красном взорвут. Что, блядь? Себастьян Перейро. А завтра где мы? Что у нас? Как это называется? Сокольники, Вейп-Экспо. В Москве. Завтра Москва, Сокольники, Вейп-Экспо, Гусли. В 17:30 выход на сцену. Райан Гуслинг. Вот. Ждем всех. Украина, Райан Гуслинг, привет. Да, есть кто это? Ну просто типа Райан Гуслинг. Ну типа такая. Это известно. Не, ух, Райан Гуслинг. Ну, типа, да, Гуслинг. Кто это? Актер. Да? Да. Просто игра слабо. Как Рич Помини Клан. Вот так, как Ник Кейв. Да. Да, да, такое. Такое, да, дешевое. А, Москва. 14 декабря будет премьера клипа на Маугли 2. Ждем всех, кому старше 21 года. И кто выглядит нормально и с нормальными лицами в нормальном месте в Москве. Сейчас буду рекламу выкладывать. Это не про нас, как бы. Одного нет. Да и лицо, знаешь. Я бы тебя не пустил, блядь. Я бы тебя придем бумажку. Что ты видел уже, Варгас? Клит. Не, ну Стасян уничтожает, да, мне кажется, всю дорогу. Давай перевернем его. Не, уничтожает вот. Ладно, Стасян, вот этот хуйкин уничтожает вот этот.
Нет, березы, вот этого покажи. А этого смотри. Кто это? Ну, Любаня наша. Кто это? Ну, вторая, да? Вот меня тоже заинтересовало. Бич тогда? Он написан. Ну что, тоже из олдскула. Они такие собрались. Старый, Жигов заебал гвардия. Смеяться, как мы. Выбери другой звук смеха. Это Кейф написал своего второго аккаунта. Я в душе не ебу, когда выйдет фильм Егор Шилов. Когда сам Егор Шилов выйдет, тогда и фильм, наверное. Не, мы не срались с Птахой, мы просто решили поднять хайпа. У нас все хорошо. Не справились. Сизер, сестер. Саид, ап поехал на разборки. Честно. На стрелку. Честно говоря, ап поехал на стрелку. Без тебя, я надеюсь, справится. Но здесь армянская диаспора. Все в курсе. Если что, на связь выйдем. Пока, ублюдок. Пока. Ублюдок. Ёбаный. У тебя тоже такой же, да, экран? Я не знаю, баллотируется Птаха в президенты. Мне кажется, пора, конечно. Тоже он по бокам. Президент армии. Я тебя найду. Мне пишут. Найди, блядь. Где Айза? Айза! Айза! Что-то ее здесь нет. Нет. Все здесь. Все есть вроде, все наши. Вон Глызин висит, Антонов, Михалыч. Азиза нет, да. Сейчас подымусь и щелкну на фону. У-у-у-у. Вот его лист. Уже щелкнули. Don't care. Не, Саид, серьезно, вот и поехал рамсить с кем-то. Шалом. Сейчас Саид начнет звонить Эдгару и спрашивает, да, что случилось. Дай, сюда. Просто спрашивали. Не знаю, просто спрашивает про LJ. В интернете что только не выложил. Это интернет ваш, конечно. Так внезапно ворвался в мою жизнь. Скизариком бафетанул. Да хуй знает. Кем? С Олежкой. БП друг же. Вот БП там в клипе в первом снимается. А, Кизару, я думал. Дилин, аунсы свои. Привет, привет, Самара. Блять, то пишет, пиздец, тебе 18, пишет, что ты постарел, ёпта. Так вы уж определитесь. Сука. Тут с утра посидишь. Между собой поговорите. Выключай комментарии. Просто на себя. Не, ну просто там оповещать можно. Оповещать? Манифест. Завещать. Да. Да, на 1.04. Нет, это колдер. Нет, у нас пока все, всего хватает. Не может, нас с интернета. Всегда на колдере. И всегда на колдере с ними. Самар 23 февраля. А можно еще лимонадом его? Метелица. Да. Вот это я понимаю. Кто там высмотрел? Я же говорю, это Кейф пишет. Надо это, на вас смотрим. Сердечки. Да, да, вот, видишь, он сидит. Это ты шлёшь сердечки вот эти все? Нет, да, да, да. Чего? Ты гонишь ли? Ты что, дядя, гонишь? Дядя, теряйся. Бля, вот ты оригинальный чувак. Титанов Марк, блядь, Гуф, ты умер. Иди нахуй. Не зря он Титанов. Титанов Марк, это Марк железный. Титанический. Марк сейчас отвыступал там в Екатеринбурге уже. И перерегался. Да, да. Концерт не прошел, еще такой будет. Или не будет. Вот уроды пишут. Да. Я бы так сказал, не очень красивые люди. Вообще. Не то, что эти. Ну, в смысле, красивые, но не очень. Гуф сдох. Сдох. Мудила ебаный. Скажи, маф по русскому языку, что у него было? Иди нахуй. Идрило, блядь.
Дальше. Не зря я Бэк МС. Ебать. Смарт-бой. Сок. Педрило, блядь. Фишу не хэш. Кто это? Winter Games. Бля, что это за контра? Не, нихуя, пусть переделают, блядь. Заменят первые два этих, да, слова? Не, пусть вот эти два вместе совместят, там хуйня. Ну да, надо поговорить. Вы готовы чай гуфу, не так? Отдельный пост, пожалуйста. На сторице с гримерки, понял, Миша, по-моему. Напиши, а что, завидно? Такой стиль Ингара комментарий, да? Салам алейкум, Казахстан. Алейкум, ассалам, Баку. Нормально отношусь я к Миагеншпилю. Что, мы в Астане в понедельник? Да.